Добрый вечер. У нас недалеко затмение лунное. И давайте посмотрим, что с себя снимать. Лунное затмение и Хэллоуин близко. Выбирайте свою карту. 8 вариантов. Посмотрим по одной карте. Что есть и что нужно снять. Это очень такой глубокий будет расклад. Хоть и по одной карте, самое вам основное и нужное сейчас, и что у вас еще получится. Совет от тех, кто по ту сторону, но я имею в виду не людей, через богов смерти посмотрим. Загадывайте свой вариант, я начинаю с первого. Так, у нас первый вариант. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей перевернута. И смотрите, снизу идет жрица. Это надо нападки от врагов делать. У вас получится и очень легко. Тут любое от врагов у них очень хорошо получается. Но и у вас легко получится снять. В общем-то, на затмение наша защита страдает в любом случае. И, скажем так, и гвоздь работает как кинжал тут. Вот тут надо именно снимать магию. Знаешь, я могу сказать, что они говорят. Это пух. Владыка мира смерти мам. Что вам сделают на кинжалах, то есть на атамах. Вам очень хорошо сделали. И очень удачно все получилось. И снимать вам надо на атам. То, что связано с атамами. И снимать, и делать ответную порчу. Иначе ваш враг не успокоиться. Тут просто снимать бесполезно. Тут надо бить. И по-настоящему. Вот так, до победного, до конца. Тут останется один, можно. Тут идет карта исполнения желания полного. И жрица. То есть в вашей магической дуэли кто-то победит, а кто-то совсем сойдет с дистанции. Чтобы это были не вы, вы должны и снимать, и нападать. Тут все просто. Если вы не умеете, обращайтесь за помощью. Но вам нужен такой практик, который умеет драться. Если даже вы практикуете, но вы не умеете драться, вы уже проиграли. Против вас жрица воюет. И еще этот человек с вашим родом связан. Тут кубки. И он с вашим родом, и он же внутри на свой род нападает, поэтому вам очень сложно. Тут чисто боевая магия нужна. Если вы даже практик и не умеете, то вы не выиграете. Вам надо обращаться за помощью. В любом случае. Потому что тут знак абсолютной победы. А побеждает, естественно, в схватке один. Вот он вам говорит, что сражайтесь, снимайте. Но тут главное, тут атака важнее даже, чем защита. Надо атаковать. У вас это получится. Вот такой первый вариант, а мы переходим ко второму. У нас второй вариант. У нас четверка кубков. А тут надо защищать свой дом. Это защита для дома, для рода.
чтобы его не срезали, не скосили, не обокрали, не украли тут к вашему дому, скажем так, с двух сторон мечи. Это могут быть и прямые воры, могут быть и крадники, злые соседи. Если тут надо и сохран ставить, и от врагов, от воров, от соседей тоже использовать, как и в первом варианте, ритуалы атак. И в первом и втором варианте просто отсидеться нельзя. Но защита вам поставит очень хорошую. Сперва это защита. Потому что внизу иерофант, и вы легко с этим справитесь. Защищайте свой дом, защищайте свой род, защищайте свою семью. Иерофант в данном случае это высшая сила. То есть вам надо обращаться к ней. И через это было жрица, даже тут рядом у нее удар не пройдет. Это магические атаки не пройдет вот это. Тут не столько чистки нужны, это не надо снимать, это надо ставить защиту. Если на вас нападает, вы чувствуете или крадник, или очень злобно люди себя ведут, у них это тоже будет очень легко получаться, вам надо делать ответное. То есть, если вас оскорбляют, значит, надо утихомиривать буйных, отваживать их. А если крадник, значит, на него крадник с порчей. Вот таким способом. Вот такой у нас второй вариант, а мы переходим к третьему. Прощаемся. У нас третий вариант, семерка мечей. Тут надо спиртным принести дар. Обязательно возлияние. Именно спиртным и пролить на атам. Вот эти все ритуалы сделать. И прежде всего от крадников. Вам сейчас, в общем-то, особо ничего не грозит, кроме крадников. Крадников и воров. Вот эти. И причем такие крадники очень интересны. Они не столько за имуществом сейчас, они на здоровье и на отношения вообще идут. Воруют отношения. Роют отношения, пытаются разорвать у вас вашу пару. Если у вас очень хорошие отношения, они пытаются ее разбить, разрезать просто пополам. Смотрите, внизу влюбленные, они друг с другом соединены даже, не могут оторваться. У них и жизнь одна на двоих, тут четко показано. Мечи хотят рассечь, но, к счастью, у них это не получается. Тут меч на сторону лежит основной, так что не получается. То есть у вас больше всего стараются украсть отношения. Он говорит рассечь. Вы должны это знать и принимать меры. От таких людей нужно отсекать. Именно отсекать. И вы должны знать, чего они берут. Здоровье пытаются взять, даже не особо деньги тут. Они хотят испортить вам отношения и толкнуть на неверный выбор, чтобы вы сомневались, заблудились в трех соснах. Они вот как-то мутят разум. Но тут именно помутить разум, толкнуть на неверный выбор. Вот тут нужно делать на верное решение и снимать мороки
и ставить мороки на врагов, скажем, на тех, кто вам мешает. Делают они это очень четко, на неверное решение, чтобы ошибиться. А все остальное у них так особо не получается, но самое дорогое это ошибки, поэтому вот как бы за ошибки платим очень дорого. Причем это касается и вашей недвижимости, или вашей семьи, и ваших отношений. Они все время пытаются вот толкнуть на очень неверный путь. Пока у них это не получается, но вот это именно надо и блокировать, и с этим справляться. Причем даже может быть такие, как остуду наводить на отношения. Была любовь, вроде ее нету. Но как это, если это не пресекать, это может в настоящее перерасти. Чувство совсем остыть. Вот тут такая проблема. То есть, если отношения стали очень холодные, надо снимать остуду и бороться вот с такими умниками. Вот такой совет третьему варианту. Мы прощаемся, переходим к четвертому. У нас четвертый вариант. Рыцарь Пентакли, перевернутый. Но это вор, который тянется к вашему оружию, к вашей шпаге. Но не может дотянуться, он перевернутый. Нет, у вас хотят выбить оружие из рук. То есть ваше сильное место, скажем так, сделать слабым. Но у вас хорошо шли заработки, они иссякли. Было хорошее здоровье, вдруг стало подрываться. Было стабильное положение, стало нестабильное. Была уравновешенная психика, стала неуравновешенная. Машина не ломалась, стала ломаться. Вот таким способом, такая очень странная магия, она вас расшатывает. И очень сильно это чистая магия. Внизу маг даже лег. Именно переворачивает. Да, именно переворачивает. Вам нужно возвращать свою судьбу. Делать на лучшую судьбу, потому что это испортили очень вам хорошо. Вы себе это не поправите, это не в ваших силах. И никакие чистки вам не помогут, потому что нечего чистить. Это испорчено и поломано. Это надо только новую линию выстраивать. Тут другого ничего не может быть. И сделала вам это такой колдун-колдунья. Низкосортный, низкопробный, но начитанный очень много книжными анимак, книжных знаний по книжке. Но сделал при этом получилось с самыми низшими силами, низкосортными. Они вам перепортили судьбу, как перемотали вот пряжу. Вам надо выправлять судьбу просто вот упорно. Одним ритуалом вы не обойдетесь, конечно, на исправление судьбы, на улучшение судьбы делать. То есть вот то, что как дерево криво стало расти, его испрямляют. Вот таким путем идти. И у вас это получится. Да. Рыцарь кубков. Из рыцаря Пентакли прямой. Это получится у вас. Но как любые перемены судьбы и тут портили.
Конечно, выпрямлять всегда и новое построить дольше времени уходит, но получится. Вот это вам и нужно сделать. Обратиться и поменять. Вот такой был четвертый вариант. Мы прощаемся и переходим к пятому. У нас пятый вариант — жрица перевернутая. Ну, во-первых, нужно снимать мороки, а во-вторых, просто у вас есть враг. Очень беспринципный, очень холодный и очень успешный. Тут любые ритуалы от врагов. Но не на своей силе, на своей силе вы не одолеете, а только ритуалы через высших сил. То есть вам нужно обращаться за помощью. И тогда вы легко справитесь. И еще здесь на одиночество. Основное вам надо на одиночество. И еще такой интересный момент, что вы вроде все понимаете, а сделать ничего не можете. Вы не можете свои знания правильные перенести во внешний мир и действовать. То есть вам нужно на успех, чтобы вы наконец на решительное действие, чтобы вы наконец решились на это. То есть вы все понимаете, все вижу, но ничего не делаю. Лодка тонет, а человек ничего не делает. Хотя может одевать спасательный жилет, отчерпывать воду. То есть принимать какие-то действия. Вот у вас тормоз полный. Это надо снимать. Вот именно такое, что все вижу, все понимаю, все знаю, но ничего не делаю. Мир тонет, а я сижу без действия, вместо того, чтобы попытаться предпринять что-то. Тут подойдет то, что вас побуждает к действию. На карьеру, на успех, на результат, даже на желание. Тут надо обращаться к богам войны, чтобы вас толкнули на действия. К Одину, к Ресу, к Сканде. В общем, ко всем богам войны, которые вам добавят решительности. И еще, ну, говорить, кто я сказала в первом варианте, что вы очень часто блуждаете в ложных знаниях, что это не знание, а очень иллюзии. И что у вас очень это не может в голове правильно уложиться. А тут вам помочь никто не может. Как это? Когда религия превращается в постулаты, она уже сама себя уничтожает. Один постулат противоречит другому. Вот и ваш разум блуждает в таких тенетах. Он говорит, что придет момент, и вы увидите все ясно. Вы уже получили знак, вы получили помощь, путеводную нить, куда идти. Следуйте этому. Но вообще у вас очень туманные представления, что есть правда, что есть ложь. Но не в смысле, что в мире происходит, а вот
скажем так, о тонком мире. Нам очень сложно понять, где истина, где ложь, какой постулат верный, какой неверный. Такое вот у вас время. Вам нужна ясность и четкость. Но это как ваш урок, и вы его должны пройти. Вот такой у нас был пятый вариант. И мы прощаемся, переходим к шестому. У нас шестой вариант, иерофант. Ну, с одной стороны, тут ничего вроде не требуется, это лучший вариант, но есть одно маленькое но. Вам надо помириться полностью с высшими силами и принять их. Не отвергать и не рвать, и не сомневаться. Вам надо не сомневаться, просто поверить. Иногда есть такой шаг, вера, его нужно сделать. Но вера не к человеку, а именно к силам. И доверить, что они вас проведут по жизни. Для кого-то, что Бог, боги существуют, это правда. И человек не управляет миром, потому что он и собой-то не управляет. И что он не может даже управлять. Для кого-то это просто шаг поверить, что это есть нужно сделать. А кому-то, кто работает уже с высшими силами, тому нужно примириться с ними. Что не его ведут так, как они считают нужным, а как для него лучше. Тут иерофант прямой – это самая хорошая поддержка. А для кого-то понять, что мир немножко шире, чем его постулаты, что Бог не один, а много. Что мир немножко шире, чем постулат. Это скорее вам время, а затмение дано для осознания этих вещей. Затмение приходит прозрение. Вот понять это. Именно понять и осознать. Не особо ты делать нужно, тут нужно просто посидеть и подумать. И именно примириться. И еще вам обещают помощь и защиту. И что вам придет подарок. И деньги. А некоторым и любовь. Это подарок будет именно от Бога. Пятому варианту. Вот такой пятый вариант. Очень хороший. Мы прощаемся, переходим к шестому. Седьмой вариант. Тут влюбленные. А слева маг и сверху семерка мечей. Вернее, слева иерофант, справа маг. А вы знаете, за вами наблюдают, за вашими отношениями, за вашим доходом, за вашими успехами. Очень наблюдают и магически наблюдаются. Смотрите, жрица и маг, и между ними две эти карты. Не очень подглядывают. Слишком. И с недобрыми намерениями. Имейте это в виду. Это уже в реальности. За вашими ценностями и за вашими отношениями поглядывают. Тут нужно именно обращаться за защитой, сохран ставить. На свои отношения. Может, даже вам рассорку делают. И подворовывают. И магически так пытаются откусить, оттащить от вас. Но у вас есть очень хорошая и защита. Иерофант к вам расположен, а маг пытается оттащить. Так что
пока у них ничего особо не получается. Ваш доход подрезать у них не выйдет. У них просто не получается за счет этой защиты. Даже карты вам, сила вам вещает, что деньги к вам-то пойдут. Деньги вы сохраните и увеличите свой даже доход. Но по отношению может ударить, и что-то у них получится забрать. Так что тут нужно защиту. И от такого вот, от магических всяких вампиров. От магических и энергетических это разные. Вампиры просто вас доводят, а те уже выпьют и до дна. Вот такое. В общем, берегите ваши отношения, берегите ваш доход. У нас седьмой такой вариант. Мы прощаемся, переходим к восьмому. У нас восьмой вариант – маг перевернутый. Ну, тут прямые магические атаки. Просто на магические атаки. Тут борьба с врагами. И за жизнь, и за любовь, и открадника, и вы победите. И учтите, они тоже готовятся к Хэллоуину и к затмению. Они готовы на вас порчу наметать, самые большие. Так что тут, вот тут не помешают все чистки. Любого рода чистки от любой магии. Почему? Потому что они готовы на вас метнуть, они готовятся. Вот тут такая, как это, классическое снятие порч и прочее подойдет. И смотрите, что у вас больше выбивает. Может, какое у вас изначально слабое место? Здоровье, значит, здоровье надо защищать. Вы вещи теряете, значит, от убытков. У вас с отношениями какие-то проблемы, значит, ударит по отношениям. Вот такая чисто классическая магия, и вы уже знаете свое слабое место, вот тут удар будет. Но больше всего по отношениям и по деньгам, и по здоровью они будут бить. Они тоже готовятся, даже если вы не знаете, можно... 100% готовятся и наблюдают. И вам надо снимать. Если вы хотите их победить, то и нападать. Также магически. И маг тут перевернутый, вы его поймете по всплеску раздражения, что у него не получилось. И еще вы можете понять до того, как начали сражаться, что вот если вы его... Видите, он сейчас очень доволен, все, человек какой-то рядом, с ничего, ходит счастливый, все, значит, это он у вас подворовывает. У него все хорошо. Вот такой у нас был восьмой и последний вариант, и на этом мы заканчиваем, прощаемся.